Всем привет! Вы на канале Нитка.кз. Меня зовут Жанара. И это видео-мастер-класс по вязанию сумочки из трикотажной пряжи. На этом мастер-классе мы с вами свяжем вот такую сумочку с двумя ручками, застежки магнитной кнопочки и цепочка. По размеру сумка получается небольшая, высота примерно 19 см, ширина 23-24 см. В этом видео мы научимся с вами вязать красивый узор для сумки. Называется узор сотый, вяжется он крючком. Также мы свяжем с вами боковинки для сумки, установим магнитные кнопочки и свяжем короткие ручки. В описании под видео я оставлю ссылку на наш магазин. Если вы находитесь в Казахстане, вы можете купить наши товары через Каспий магазин. Или напишите мне в директ Instagram nitka.kz. В рамках этого видеомастер-класса я связала две сумочки. Вторая сумочка связана по такому же рецепту. Посмотрите, как легко сумка открывается. Внутри она очень вместительная, достаточно удобная. И мы приступаем к вязанию. Желаю вам приятного вязания. Всего хорошего. Не забывайте отмечать меня на ваших работах. И также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно пишите комментарии, какие еще вы хотите увидеть мастер-классы. Материалы для вязания сумки у меня — это трикотажная пряжа Алтын, толщина нити 7-9 мм, в мотке 100 метров. У меня один целый моток и два мини-моточка, в общем получается около 200 метров пряжи. Также мне понадобится крючок номер 6 для основного вязания и крючок номер 4 для вспомогательных работ. Застежки у нас будут магнитные кнопки. У меня это пришивные магнитные кнопки диаметром 18 мм. Мне понадобится 3 штуки. 4 колечка для коротких ручек. Внутренний диаметр 25 мм. И в качестве длинной ручки я буду использовать цепочку. К ней я прикрепила 2 колечка, внутренний диаметр 20 мм. Длина цепочки 120 см. Ну, можно использовать цепочку покороче. Начинаем мы с того, что пряжу нам нужно слегка растянуть. Вначале размотать и затем растянуть на 2-3 метра вперед. Так делаем в процессе всей работы. Оставьте кончик нити примерно 3-4 сантиметра и сделайте узелок. Теперь набираем цепочку из 38 воздушных петель. Петли набирайте не слишком туго. Итак, готово. Набрали цепочку 38 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем. Вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли. И провязываем столбик без накида. Далее продолжаем. Вяжем столбиками без накида. Обратите внимание, какие у нас петли. Первая петля короткая, вторая петля длинная. Продолжаем. Вяжем до конца ряда всего 37 петель. Заканчиваем первый ряд, делаем воздушную петельку в конце ряда. И мы связали 37 петель. Кончик нити можно спрятать, мы его поднимаем наверх. Начиная со второго ряда, вяжем уже узор.
Первую петельку провязываем столбиком без накида. Вторую петельку вводим в основание петли из предыдущего ряда. Провязываем длинный столбик без накида и при этом стараемся сделать так, чтобы у пряжи скрутка нити смотрела вовнутрь. Следующую петельку вяжем столбик без накида в вершину петли. Продолжаем. Опять вводим крючок в основание петли. И далее чередуем одну обычную петлю и одну длинную петлю. При этом вводим крючок в основание петли из предыдущего ряда. Продолжаем так вязать до конца ряда, всего 37 петель. Закончили первый ряд узора, связали 37 петель. Давайте посчитаем длинные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И в конце у нас одна обычная петелька. Делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Переворачиваем. Это у нас лицевая сторона нашего узора. Первые две петельки провязываем обычными столбиками без накида в вершину петли из предыдущего ряда. Далее вяжем узор, подхватываем две стенки длинных петель из предыдущего ряда и провязываем один рельефный столбик. Затем вводим крючок сразу в следующую вершину петли и вяжем столбик без накида. Теперь опять берем длинные ножки петель, провязываем рельефный столбик и один столбик без накида. И далее узор у нас чередуется: один рельефный столбик, один столбик без накида. Так продолжаем вязать до конца ряда. Всего должно быть 37 петель. Заканчиваем второй ряд узора. Связали 37 петель. Давайте теперь посчитаем по узорам. Вначале 2 обычные петельки, затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 2 обычные петельки. Итого у нас должно быть 17 рапортов узора. Теперь в следующем ряду, в третьем ряду, вводим крючок сразу в первой петле в основание петли из предыдущего ряда и вяжем длинную петельку. Затем один обычный столбик без накида.
далее опять длинный. Обратите внимание, вводим крючок в основание петли, и здесь он у нас должен выйти ровно посередине под рельефным столбиком. И провязываем длинную петельку. Далее продолжаем, вяжем обычную петлю и одну длинную в основании петли. И так продолжаем, вяжем до конца ряда всего 37 петель. Заканчиваем третий ряд узора, вводим крючок в последней петле в основание петли и провязываем длинную петельку. Закончили третий ряд, делаем воздушную петлю. Давайте теперь посчитаем по длинным петелькам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Всего 19 длинных петель должно получиться. И вяжем четвертый ряд узора. Вначале один столбик без накида обычный, затем один рельефный. Затем опять один столбик без накида и один рельефный. И так продолжаем чередовать до конца ряда всего 37 петель. Заканчиваем четвертый ряд, воздушная петелька. Давайте посчитаем по раппортам узора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далее мы вяжем самостоятельно. Здесь мы просто повторяем вязание, начиная с первого ряда узора по четвертый ряд. Все, что мы связали сейчас с вами, мы вяжем вверх. Здесь я хотела еще раз вам показать, как правильно вводить крючок в основание петли и как крючок должен выходить под узором из предыдущего ряда. Продолжаем с вами вязать в высоту всего 24 ряда. И далее у меня будет стык соединения нитей из разных мотков пряжи. Я покажу, как правильно соединять нить. Итак, вот здесь у меня закончился моток. Я присоединяю новый моток пряжи. Это несложно, мы просто начинаем вязание в любой момент новой нитью. Кончики нити мы придерживаем и провязываем внутри петель. Кончики нити отрезаем и продолжаем вязание уже пряжей из нового мотка.
Итак, я связала основное полотно. Давайте посмотрим еще раз, сколько рядов мы связали, сколько раппортов узора. Посчитаем их вместе. Итак, вот мы с вами смотрим на первый раппорт узора. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. И вот это у нас последний ряд, в котором мы вяжем рельефные столбики. В каждом ряду должно быть по 37 петель. Давайте теперь измерим в сантиметрах. Получается, длина сумки примерно 40 сантиметров. И ширина 22 сантиметра. Теперь мы эту деталь пока откладываем, ниточку мы не отрезаем. И далее мы с вами вяжем боковые детали. Нитку нужно тоже распустить и растянуть. Так делаем в процессе вязания каждые 2-3 метра. Оставляем кончик нити сантиметра 3-4. И сразу начинаем вязать цепочку из воздушных петель и провязываем 8 воздушных петель. Вяжем первый ряд, первую петельку пропускаем и вводим крючок за боковую полупетлю второй петли и вяжем столбик без накида. Продолжаем вязать до конца ряда всего 7 петель. Готово, связали 7 петелек. Кончик нити поднимаем, чтобы спрятать его внутри петель второго ряда. Вяжем второй ряд. В первую петельку делаем прибавку. Вяжем 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2. Сделали прибавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида. И в последнюю петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю. Итого у нас получается теперь 9 петель. Переворачиваем. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 9 петелек столбиками без накида до конца ряда. В четвертом ряду тоже делаем прибавки. Вначале провязываем 2 столбика без накида в одно основание. 1, 2. Далее провязываем 7 столбиков без накида без прибавок. Давайте посчитаем. Получается 7 петель без прибавок. В последнюю петельку вяжем прибавку 2 петли в одно основание. Итого получается 11 петель. Продолжаем, вяжем высоту еще 12 рядов по 11 петель. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Связали 12 рядов по 11 петелек. Теперь кончик нити отрезаем, прячем его внутри петель.
Измеряем наши боковые детали. Получается высота примерно 18 сантиметров, ширина 11 сантиметров. Теперь нам нужно связать точно такую же вторую боковину для сумки. Вот у меня уже готовы две боковинки. Вяжем короткие ручки для сумки. Оставляем кончик нити 20 сантиметров. Набираем цепочку 5 воздушных петель. Далее соединяем первую последнюю петлю, замыкаем в кольцо и вяжем соединительными столбиками 5 соединительных столбиков. При этом крючок вводим только за боковые полупетли. И далее вяжем по спирали без поднятия ряда всего 30 рядов соединительными столбиками. Мы закончили, связали короткую ручку, примерно 30 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Отрезаем кончик нити. Оставляем примерно 20 сантиметров кончик. Вытягиваем нитку из петли. Теперь берем тонкий крючок и кончик нити нам нужно слегка закрепить в следующей петле. И точно такую мы с вами вяжем вторую ручку. По размеру ручка получается длиной примерно 23 сантиметра. В процессе ношения она еще немножко растянется. Вот у меня готова вторая ручка, и теперь нам нужно пришить к ручкам кольца. Мы берем наши кольца, внутренний диаметр 25 сантиметров, прикладываем их к ручке и аккуратно пришиваем с помощью крючка, и кончик нити прячем внутри ручки. Теперь нам нужно пришить магнитные кнопки к боковинкам сумки. Открываем магнитные кнопки, берем одну кнопочку, прикладываем ее ровно
по верхнему краю, и пришивать я буду прозрачной мононитью. Это такая тонкая леска, продается в швейных отделах. Пришиваем вручную. Вначале нитку надо слегка закрепить посередине под кнопкой. И затем мы пришиваем кнопочку, делаем на каждое отверстие примерно по 3-4 стежка. Я начинаю с верхнего правого, затем верхнее левое и затем опускаюсь вниз. Готово, пришили одну половинку кнопки, теперь прикладываем вторую половинку симметрично по высоте с противоположной стороны и точно так же пришиваем. Вот так у нас будет застегиваться магнитная кнопка на боковинке. Теперь берем вторую боковинку, здесь тоже пришиваем магнитную кнопку, только здесь маленькое отличие. Обратите внимание, что там, где у нас была плоская сторона кнопки, на второй боковинке мы пришиваем магнитную часть кнопки, толстую. А там, где была толстая, там тонкая. Это нужно для того, чтобы у нас магнитные части кнопок находились на одной стороне. Ну, просто для того, чтобы было более красиво. Готово. Теперь мы пришиваем магнитную кнопку на саму сумочку посередине. Вначале я измеряю, где находится середина. Это примерно у меня 11,5 сантиметров, 12 сантиметров даже. И на эту сторону я прикладываю кнопку. Здесь как бы пока без разницы, какая именно эта часть, магнитная часть или плоская. Просто пришиваем две части кнопки посередине, по краю сумки, напротив друг друга. Готово, пришили магнитную кнопочку к сумке. Вот так у нас будет сумочка выглядеть, пока еще нет боковинок. И далее мы с вами уже пришиваем боковинки к сумке. Вначале нам нужно обвязать верхний край, делаем воздушную петлю. И затем вводим крючок за крайнюю петельку в первом ряду, провязываем столбик без накида. Далее у нас
На каждую длинную петлю по ее боковой стороне приходится по 3 петли по краю. Вводим крючок в эти петли и провязываем столбики без накида до конца ряда. Закончили, связали 19 петель. Я расставила маркеры, начиная от крайней петли, эту мы пока не считаем. Вот именно по боковинке у нас идет 15 петель, на 15 маркер, затем 7 петель. Затем еще 15 петель. И здесь на боковинке тоже у нас получается с этой стороны 16 петель. Маркер стоит. Затем по донышку 7 петель. И здесь я поставила маркер на первую и до конца еще 16 петель. Теперь обратите внимание, что нам нужно взять ту боковинку, на которой справа такая же кнопка, как на основной детали с этой же стороны. То есть вот здесь у меня толстенькие части кнопок, они должны находиться рядом. Они все будут на одной стороне. Пришиваем боковинку. Вначале делаем воздушную петельку. Затем вводим крючок за эту же петлю, которую мы только что связали. И вводим крючок за крайнюю петлю первого ряда на боковинке. И вяжем соединительный столбик. Далее вводим крючок за боковые полупетли здесь и здесь за крайнюю петлю второго ряда и вяжем соединительный столбик. И так продолжаем вязать. Получается, у нас теперь по обоим сторонам количество петель совпадает, их должно быть по 16. И вяжем до того места, где у нас установлен маркер. Заканчиваем этот участок, провязываем петли, на которых стоят маркеры, это наши угловые петли, и переходим на донышко. Как вы помните, по донышку у нас 7 петель с одной стороны и с другой стороны. Здесь мы провязали 16 петель, теперь здесь 7 петель и здесь 7 петель. Провязываем последние петли донышка и далее переходим на вторую сторону. Здесь у нас получается на боковой детали у нас 16 петель, а на детали сумки у нас 15 петель, поэтому здесь не пугайтесь, у вас тут будет
боковая деталь на один ряд выступать вверх. Теперь вводим крючок в угловую петельку и здесь на боковой детали вводим крючок в 16 петлю и вот такую конструкцию делаем. Один соединительный столбик, одну воздушную петлю. Теперь здесь мы провязываем, как и с противоположной стороны, 19 столбиков без накида. Обратите внимание, опять же, что по краю у нас идут вот эти длинные петли. Напротив каждой из них нам нужно брать по 3 петли и обвязывать их столбиками без накида. Можете заранее посчитать, должно получиться до угла 19 петель. Закончили, сделали обвязку 19 петелек. В конце сделали воздушную петельку для перехода на боковую часть. Теперь аналогично тому, как мы с вами привязывали первую боковинку, точно так же привязываем вторую боковинку. Прикладываем ее и провязываем 16 петель по одной боковой стороне, затем 7 петель по донышку и 16 петель по второй стороне соединительными столбиками. Заканчиваем ряд. В конце делаем воздушную петельку. И далее мы с вами вяжем столбиками без накида, делаем еще несколько рядов обвязки. Вводим крючок так, чтобы у нас одна полупетелька оставалась нетронутой. Но при этом вводим крючок глубоко внутрь петли. Обратите внимание, как плотно должно быть это вязание. Итак, продолжаем вязать, провязываем наши первые 19 петель самостоятельно. Закончили этот участок, провязали 19 петель. Теперь здесь на уголке вводим крючок в воздушную петельку и провязываем столбик без накида. И переходим на боковую часть, здесь тоже в воздушную петлю провязываем столбик без накида. Здесь уже вяжем просто обычными столбиками без накида под вершину петли. Провязываем всю боковинку до следующего ее края. Закончили. Теперь у нас опять переход на переднюю стенку. Вводим крючок в воздушную петлю, вяжем столбик без накида. И далее мы опять оставляем одну полупетельку не провязанной, но при этом крючок вводим глубоко внутрь петли и провязываем столбиками без накида. И так продолжаем. Провязываем еще одну стенку сумки и одну боковинку до конца ряда.
Теперь вяжем последний ряд. Его провязываем соединительными столбиками. Вводим крючок только за одну полупетельку. И обвязываем весь верх сумки по кругу. Отрезаем кончик нити и прячем его внутри петель. Мы закончили вязание сумочки. На этом заканчивается наш видеомастер-класс. Вот такие сумочки у нас получились. Они очень красивые, удобные, по размеру небольшие. Ручки хорошо держат форму, как и сама сумка. Застежки достаточно удобные. Давайте измерим наши сумки. По высоте получается примерно 19 сантиметров. И ширина 23 сантиметра. Надеюсь, вам понравился этот видеомастер-класс. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Мой аккаунт нитка.кз и мой хэштег нитка_мк. Желаю вам приятного вязания. До новых встреч!